ну, батарея получше, батарея потрогаем. В каждом кабинете Дома культуры «Сириус» в Лесном Максим Красноцветов в первую очередь проверил батареи. Глава округа лично убедился в том, что они сейчас теплые. Долгое время в учреждении существовала проблема с отоплением. Во всех помещениях было холодно. Подача, то есть это обратка? Входит. Мы находимся 64. 64. Сейчас почти во всем здании температура не опускается ниже 21 градуса. После того, как к решению вопроса подключился глава округа, удалось добиться комфортной температуры в учреждении. Максим Валерьевич уже посещал ДК «Сириус», назначил ответственных на решение данной проблемы. И сегодня мы уже можем увидеть результат проведенной работы. Мы видим, что сегодня дети приходят, с удовольствием занимаются. Кабинеты полны учащимися. В кабинетах стало тепло, уютно. Это был холод, жуткий холод. Даже приходилось отменять занятия. Сейчас, на данный момент, эта проблема устранена. Ну, вот видите, раньше мы так не могли раздеваться. Сейчас очень тепло в здании. Спасибо Максиму Валерьевичу, то, что он посодействовал и сделал нам тепло. В рамках своего визита Максим Красноцветов посмотрел и как проходят занятия в Доме культуры, пообщался с руководителями разных кружков и с их воспитанниками. В ДК «Сириус» на занятия приезжают некоторые ребята даже с других поселений и городов, например, из Ивантеевки. Кружков в учреждении много, занимаются ребята разных возрастов, начиная от самых маленьких. Коллективы ДК постоянно участвуют в различных конкурсах разного уровня. Их выступления всегда можно увидеть на многих мероприятиях в округе. Евгения Коломиц, Владимир Парфенов, Яков Глейзер, Пушкинское телевидение.